Доброе утро. Давайте посмотрим карту дня. Карта дня. Что сегодня ожидает? Какие энергии могут докрутиться возле вас? Давайте посмотрим. Понедельник. Пусть он будет для вас не тяжелый. Пусть это будет обычный день с обычной вашей нагрузкой. Давайте посмотрим, что же. Ой, маг. Сегодня все в ваших руках. День будет получаться, все будет клеиться. То есть сегодня только от вас зависит, да? Поиск нужных партнеров сегодня будет вам удаваться. Все, за что бы ни взялись, да, будет успешно вами твориться. Так же, как и вокруг вас энергии, да, всех возможностей. Давайте посмотрим, какие качества сегодня вам надо показать на люди вашего характера, да. Что афишировать сегодня можно? Что же можно вам сегодня афишировать? О, сегодня вам важны и нужны поездки будут куда-то. Наверное, в какие-то учреждения, банки, может быть. Да? То есть здесь вы можете предстать перед народом, да, можете показать свою суетливость, можете показать свою работу в коллективе, возможность выезда, да, то есть должны быть мобильны. Так, какое качество ваше вы должны сегодня припрятать? Не стоит именно сегодня его транслировать в мир. Это то, что вы, ну, настолько сильный, да, человек, настолько волевой, что вы все контролируете. Вот этот контроль надо сегодня спрятать. Вы можете контролировать, но не показывая, да, то есть вот эту вот всю силу, волю, да, железность, несгибаемость характера, да, вот это вот то, что вы все время всех контролируете, сегодня это надо немножко припрятать. Давайте посмотрим с вами аффирмации дня. Аффирмацию дня давайте посмотрим. Такой настрой на утро. Сразу, да, три в одном. Аффирмации дня. Если вам понравилась новая подача, пожалуйста, пишите в комментариях. Мне будет приятно знать, что я иду в верном направлении. Аффирмации дня. Ну вот, давайте такую выберем. Я работаю над ошибками прошлого и умею быть критичным к себе. Это позволяет мне видеть больше и идти выгодными для меня путями. Выбирать лучшие сценарии. По-моему, очаровательно, да, пусть то, как вы пытаетесь контролировать, немножко расслабиться и поработать над собой. Я работаю над ошибками прошлого и умею быть критичным к себе. Это позволяет мне видеть больше и идти выгодными для меня путями. Выбрать лучшие сценарии или выбирать.